Мастер, благодарю. У меня вопрос следующий. Чем люди, которые буквально попав в поле мастера, сразу же исцеляются, потому что есть же много свидетельств, а тех, ну вот я, допустим, отношу себя так, кто очень долго, этот поход по дюнам, как говорится. Начните, пожалуйста, с тех, кто сразу исцеляется. Вот что, ну почему так? Чистота вашего сердца, чистота вашего устремления создает именно эту возможность принять милость. То есть, если вы отворачиваетесь все время, если не укрепляетесь в вере, вера — это видеть свет, видать. Видеть свет, понимаешь? Укрепиться, накопить. Накопить Бога в сердце. То есть богатство — это же накопление Бога в сердце. Это не материальное что-то. Вот. То тогда и милость снисходит. Она, вернее, может быть найдена. Понятно? Потому что милость, она всегда здесь. И все зависит от чистоты вашего сердца. От того доверия, с которым вы пришли к мастеру. А доверие — это достаток веры. Благодарю.